Samsung S85-2.0. Замена акустического модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung S85-2.0». Полифонический динамик в данном аппарате меняется в сборе с акустическим модулем. Отгибаем акустический модуль и отсоединяем коннектор шлейфа. На акустическом модуле находится полифонический динамик справа, SIM-считыватель в центре и коннектор шлейфа. Прикладываем новый акустический модуль к корпусу телефона, защелкиваем коннектор шлейфа и закрываем модуль. Все, акустический модуль заменен.